Теремок ТВ. Большой, у него длинная белая шерсть. И у него огромные ступни. Смотри! Это должно быть отпечаток ноги Йети. Он такой большой. Большой и маленький. Big and small. Big and small означает большой и маленький. Big and small означает большой и маленький. Большой и маленький. Big and small. Давайте скажем вместе. Большой и маленький. Big and small. Давайте скажем вместе. Big and small. Big and small. Big and small. Отлично! Я люблю поесть. После обеда я всегда засыпаю. Наверное, я съел слишком много. Привет, я Мяу-Мяу, а это Додо. Как тебя зовут? Я Бен-Бен. Мы разыскиваем легендарного Йети. Ты его здесь не встречал? Йети? Нет. Я хочу немного поспать, но я не могу, потому что мое игло очень маленькое. Сочувствую. А почему ты не спишь в пещере? Она выглядит просторной. Та-дам! Превосходно! Спасибо! Нам нужно найти Йети, пока не началась снежная буря. Ничего не видно! Нужно скорее найти укрытие. Здесь мы сможем переждать бурю. Хорошо, что Бен-Бен нашел укрытие до начала бури. А что произошло? Что это за звук? Нужно пойти и проверить Бен-Бена. Thank you.
что это? Взгляни на эти огромные следы. Они не принадлежат Бен-Бену. Он так мал. So small. Это Йети. Он схватил Бен-Бена. Мы должны его спасти. Невероятный! Но что он сделал с бедным Бен-Беном? Мы должны поймать его и выяснить! Угу. Выкидывай сеть, Додо! Выполняю, мяу-мяу! Я? Но Йети же такой большой, а я маленький. So small. Вообще, во мне все маленькое. Ой. Я не думал, что смогу съесть так много. Но я с удовольствием выпью горячий шоколад. Может, и не существует никакого Йети. До встречи!